Всем привет, с вами Комиксмен, и я продолжаю показывать свою коллекцию банок. Если честно, мне уже слегка это надоедает. Но, а как еще? Я же обещал вам показать всю свою коллекцию. Вот я ее показываю. Сегодня будет коллекция баночек Адреналин Rush. Ой, извините. Плюс Red Bull и еще одна баночка. Ну, сейчас вам все по классике, сейчас вам все расскажу и покажу детально и все такое. Погнали. А начну я с классического вкуса, без сахара, без калорий, без всего, наверное. Только сам энергетик. Ну, вот такой Адреналин Rush Zero Sugar. Мне очень нравится, как она выглядит, такая белая, голубая, ну, еще с такими ромбиками голубыми. В чем прикол? У меня даже нет банки самого классического вкуса Адреналин Rush, вот этот черный. Я не знаю почему, но у меня просто, наверное, лень как-то было его покупать. Вот так. Я как-то больше нравится покупать те энергетики, которые с каким-то необычным или просто со вкусом. Типа классический вкус мне не особо нравится. Мне нравятся больше такие специфические вкусы. Вот так вот. Ну, конечно, вот это можно частично посчитать за классическую, но это Адреналин Strong, абсолютная энергия. Это, по сути, то же самое Адреналин Rush, только отличается сама банка и название, наверное. То есть тут такой камуфляжный стиль и бордово-коричневая баночка. Ну, с золотой А. Вот так вот. Мне очень повезло ее ухватить, она вроде стоила меньше 100 рублей. То есть это достаточно редкая такая баночка, ее вроде в обычном магазине нельзя купить, но мне, короче, повезло. Вот так вот. А вот и третья и четвертая баночка. Это, по сути, один и тот же энергетик, только под разными, можно сказать, вариациями. То есть это тоже самый вот этот ягодный адреналин, как и этот, только это тоже Адреналин Rush с ягодами. Только с разными стилями, вот так вот, видите, тут все одинаково, вот как сзади, ну, может быть, тут чуть-чуть добавили что-то в состав, ну, там, может быть, какие-нибудь витамины, может быть, добавили, не знаю, хотя вот тут вот есть вот Е, витамин Е, Б, а тут B6 и B12, так что, может быть, какие-то есть отличия, так что... Я вот купил вот это вот уже давно, а вот это недавно, потому что, ну, как бы, недавно появился новый стиль. То есть, если... Ну, мне они оба нравятся, но больше вот это нравится, потому что здесь вот более... Она такая детализированная, можно сказать. А здесь они такие, ну, треугольнички, не знаю, мозаика какая-то. Мне как-то больше понравился вот этот. А по вкусу они одинаковые, то есть... Просто я купил обновленный дизайн банки, вот так вот. Ну, так, если вы любите ягоды, то покупайте. Если нет, то не покупайте. Все очень логично. Все зависит от вкуса. А вот уже и пятая баночка. Это Адреналин, ну, то же самое, Адреналин Rush со вкусом апельсина. Есть такой же, только вот, как вот этот вот. Сейчас. Такой же, только вот с оранжевыми такими, с оранжевой такой мозаикой, буду так ее называть. Я ее пока не купил, но вроде есть несколько магазинов, я знаю, где можно ее купить. Я, наверное, ее куплю, не знаю, посмотрим. А вот это Адреналин Rush, вот такие, она такая более детализированная. Я ее уже дегустировал, так что можете посмотреть. Мне понравился, то есть это, грубо говоря, апельсиновый сок с газировкой, вот так вот. То есть мне он очень понравился. И выглядит она тоже прикольно, так что... Витамин Power. Так что она и по вкусу прикольно, и по виду. Вот так. Неплохое пополнение коллекции. А вот и сразу и получается 6, 7 и 8 баночка. Начну я с... Ну, это вот Адреналин Game Full. Вот это Адреналин. Это, по сути, тот же самый классический вкус, только под другой баночкой. То есть ничего такого необычного, только другой вид баночки. Гейфу, такой темно-синий и такой, не знаю, березово-темный оттенок цвета. Не знаю, как так. То есть,
тот же самый вкус. Это было полное огорчение, когда я его выпил. Я такой, блин, это классический вкус. Такой, блин, фигня полная. Но если вам нравится, то покупайте. Это вот, эта баночка у меня появилась вторая, но ей вообще очень сильно не повезло. Я ее случайно уронил. То есть вот что от нее осталось. Одни только вмятины. Я ее кое-как смог восстановить. То есть я его так изгибал и выдувал. Вот что получилось, то получилось. Вот так она выглядит. Зато она, мне кажется, самая... Хотя не... Наверное, да, самая красивая баночка. Это адреналин со вкусом манго. Геймфу. Ну, вот так вот. Мне она очень нравится. И сейчас, хоть она и в таком состоянии, ну, может быть, куплю ее новую, но я не хочу. Мне кажется, она тоже такая классная. Выжившая баночка. Так, ну, это последняя вот из линейки Геймфу. Это Адреналин Раш со вкусом морковного сока, что ли. Так, то есть со вкусом моркови. То есть у нее, мне очень нравится цветовая гамма. Вот этот фиолетовый и оранжевый. Но по вкусу, ну, знаете, на любителя. Если вам нравится морковный сок или напитки, связанные с морковью, то, пожалуйста, вам он, наверное, понравится. А мне он не особо понравился. То есть, когда я выпил, я такой, ну, типа, норм, но не норм. То есть, ну, я как говорил, вкус на любителя. Так что, если вы любитель морковных напитков, его вариаций, то он, наверное, вам подойдет. А мне он не особо понравился, так что... Вот так, 50-50. А вот и бонусные три баночки. А, начнем вот с этой. Это Red Bull. Логично. Самый классический вкус. То есть, вот, оригинальные все вот энергетики, я говорю, что это типа вкус Red Bull. Потому что, ну, как-то так. Это, ну, классический Red Bull с объемом 0,20-250 миллилитров. Баночка маленькая. Так что просто зачем большую покупать, когда можно взять самую дешевую. Это будет точно такой же вкус и просто будет отличаться банкой. Ничего. Ну, вкус классический. Так, а вот это вот более интересное. Red Bull. Да, блин, кто-то мне там газует, блин, гарит ползущий. Так вот, это Red Bull из... Блин, я не помню, откуда он. Так, сейчас. Так, импорт. Блин, логично, что это импорт, ё-моё. Если честно, извините, я не помню. Если я найду, то я прикреплю сейчас. Так вот. Так, да. Это Red Bull. Это классический вкус, только без газов. И он такой, более такой сладенький, такой карамельным вкусом. Так. То есть это Red Bull. Без газов и такой более карамельный вкус. Мне он понравился. Я его купил за меньше... Ну, то есть он стоил меньше 100 рублей. Так что это достаточно очень крутое пополнение коллекции. Я ее успел охватить. Она слегка такая в вмятинах. Но это нормально. Типа за такую цену она стоила вроде 95 что ли, рублей. 90, я уже не помню. Сейчас она подорожала. Она стоит вроде 150, где-то 130-120 рублей. То есть мне очень повезло ее ухватить за такую цену. Ну и, может быть, даже вот такого Red Bull даже не видели. То есть вот такой я вам такой показывал. И вот такой, о, что, есть реально такой Red Bull? Ну, вот так вот. То есть такая штучка. Очень офигенное пополнение коллекции. Мне очень сильно повезло. Ну, а вот и последний энергетик, баночка, не знаю, как это назвать. Energy Drink Карабо. Это такой вот энергетик, такой вот кружочек и скелет, ну, череп буйвола, я не помню, как он называется. Вот такая баночка. Не знаю, чему она посвящена, 300 что-то там такое, наверное, спортсменам. Он же вроде какую-то там команду спонсирует, наверное, это, этому посвящено. Я тоже не помню, откуда он, но, наверное, та же сторона, откуда этот Red Bull. По вкусу он такой же почти. Да, только менее вроде... Он такой более насыщенный. Вот такая вот красивенькая баночка такая.
изумрудного цвета, мне очень она нравится. Тоже очень офигенное пополнение коллекции. Я ее купил, что ли, ой, извините, вроде за 100 рублей, что ли. То есть она стоила где-то на 10 рублей, что ли, дороже, я не помню. То есть она стоила вроде 100 рублей. Тоже очень хорошее пополнение коллекции. Такой энергетик тоже достаточно редкий. Может быть, вы его тоже не видели, как этот рубул. И я такой, и вы такие, что? Есть такой энергетик? Ну, вот так вот. Мне очень тоже повезло его найти, особенно за такую-то сумму. Ну, а на этом все. Будет еще несколько видео про мою коллекцию. Тут осталось совсем-то чуть-чуть, где-то на 2-3 серии, и все. Нет, конечно, я буду еще дегустировать, то есть снимать шорты. В конце года я, наверное, сниму видео об окончании, то есть что я за этот год купил, что я добился мой YouTube-канал и все такого. То есть это будет, наверное, идти где-то 30 минут, но это чисто такое теория. Но я, наверное, его сниму, то есть я покажу, что за этот год у меня появилось. И все. Будет достаточно, наверное, интересный ролик. Покажу вот все свои банки, то есть я реально покажу, как это все выглядит вообще в принципе, сколько это вообще коробок занимает, сколько это места. Очень, мне кажется, за этот год я, ну, пока что за этот год, мне кажется, я неплохо пока собрал коллекцию. То есть очень неплохо. В прошлом году было куда менее редкие банки, то есть я просто скупал, шел в обычный магазин типа Перекресток, Пятерка, и покупал энергетики, ну или там газировки. А сейчас я нашел в этом году несколько, ну еще в прошлом, в конце, очень прикольные магазины. То есть в них вот реально можно найти вот такие вот вещи. Очень круто. Мне очень повезло. Так вот, да, будет окончание года, вот так вот. Ну а на этом все. Спасибо всем, кто меня поддерживает, смотрит. Всем пока!